наши, боже, день, хуй там наш. Мы растем стольких идей, рождены, чтобы лететь, но как стая голодных детей. Отдаем вам их за копейки. Блогеры, батлеры, пидоры, клаудеры, вы так нужны стали там, где не ждали вас. Но правда не пахнет медовым запахом, их умирание ваше. Нахуй их, может звать меня хакером, ведь я видел себе панк, это про меня. Рэпом одержим с детства, это про меня. Этот стиль до сих пор я не променял. Всем втаскивать, молодые и молодые душой, все втаскивайте. Вот, мне в последнее время задают много вопросов, где материал, йоу-йоу, кейс, где, что ты делаешь? Ребят, все окей, я дохуя работаю, у меня дохуя нового материала на самом деле, вот. Дело в том, что я сейчас хочу образовать более серьезное что-то, да, ну, я как бы устал от вот такого... такой тенденции там выпустить трек или выпустить клип и все. Мне хочется немножко по конкретнее движуху, да, то есть как-то больше все скомпрометировать, собрать воедино, мне хочется более целостно, чтобы вы могли в нее прямо окончательно окунуться, да, ну, как это сказать, прям пиздец, прям с головой, типа, вот, чтобы это реально было очень круто и было много всего. То есть я сейчас работаю и над дизайном, и над видео, и над звучанием работ, и над стилистикой их, и так далее. Вот. Также еще много единомышленников. В последнее время много всяких коннекшенов приобретаю. Так что если вы тоже занимаетесь чем-нибудь творческим, да, вам нравится то, что я делаю, вам нравится то, что я буду делать, то... мы можем вместе поработать, пишите в личку, но пишите как-нибудь не так просто там «Привет!» и все, и, ну, как бы вы не, навряд ли получите ответ. Пишите то, что «Привет, я занимаюсь там тем, был бы рад тебе чем-нибудь помочь». И мы найдем общий язык, и все будет круто, будем втаскивать. Вот, материала на самом деле дофига. Вот, у меня сегодня ДР, я жру очень вкусные желатинки, короче, такие вот звездочки. Они со вкусом сгущенки. Вот, еще мои любимые золотинки. Это веселая осень. Может быть, кто-нибудь такие помнит. От красного пищевика. Сегодня поехал, купил. Специально. Осень, моя любимая пора года. Это очень вкусные желатиночки. Такие листики, желуди. Все такое. Вот, и здесь еще есть такое яблочное варенье нихуевое. Короче, я угораю по таким вот советским сладостям. Вот. Короче, ребят. Я еще что-нибудь покажу прикольное. Ну, вот ждите, будет очень круто. Очень дохуя чего готовим, работаем. Это нормально, последнее дерьмо. На концертах, где хард, я здесь надолго, нахуй мир, если он против меня. Горожи западные, вруху восток, мой город вечер дверных мостов, темные трупы наш дом, ей дух света, за мной стоит все то. Мрак поглощает господ, здесь невиданный рассвет нас ждет. Дома помрачаем покой, но не купленный мой, и даже о таком думать брось. Раз мир полон или пост, этот мир поломан или то. Я слишком крепился, узнаю женого песа, я бы заново родился, но я сломан на тебе. Что-то вижу на беде, снова привыкаю к своей идее. Снова канитель, снова понедельник, куча дел. Снова полетел, снова скоротечь, снова только те идеи. Мой новый свежий день. Эти горят на концертах, где хард. Я здесь надолго, нахуй мир, если он против меня. Здесь бьют ебал, мы не играем страйкбол. Но выйти из бал, я рвую сандбол. Я столько лет копил это дерьмо. Я вырежу на стол, я начал. Ноль, поищи меня, там мой спот. Мой спот, мой спот, мой спот. Там где скейты горят, бой. Поищи меня, там мой спот. На конце где каток. Поищи меня, там мой спот. Разъебано все в ноль. Поищи меня, там мой спот. Еще нам далеко, но мы уже ебашим. Мой спот. Нахуй, тренды, только мой спот. Эй, нахуй, тренды, только мой спот. А, нахуй, тренды, только мой спот. Я Только мой спот.